Всем доброго вечера, дорогие мои. Ну вот у меня иногда мои подписчики спрашивают, какой хлеб лучше, вот покупной. Вот я покупаю в основном. Я вот покупаю, ребята, если покупной, люблю трабзонский хлеб. Вот смотрите, почему я его люблю. Вот он, смотрите. Смотрите его структуру. И вот смотрите, какой большой внивр, вот он. Вот. Очень вкусный хлеб, ребята, трабзонский хлеб. Трабзонский хлеб, он вот даже вот большая буханка, она тяжелая, вот, килограммовая, да? Здесь сейчас она 50 лир стоит. Вот, хлеб трабзонский, спросите. Вообще обалденно, ребята, обалденно. С ним вечером, короче, чай пить, вот с клубничкой, вот так вот, с икоркой, да, вот. Вообще прелесть. Посидеть просто, и никакого лакомства не надо. Никакого лакомства не надо. Вот кайфуешь просто, и все. Вот. Хлеб во рту этот тает. Этот хлеб во рту тает. Поэтому рекомендую вот трабзонский хлеб. Вот смотрите, как она мягкая. Вот смотрите. А хлеб здесь в Турции очень вкусный. Все хлеба вкусные, но я беру трабзонский.